Привет! В своих видеообзорах я подробно рассказал о всей линейке осушителей от Балю. С производительностью от 15 литров в сутки до 35 литров в сутки, включительно с шагом в 5 литров. Все эти модели отличаются как по дизайну, так и по функционалу, но все они имеют отличное соотношение цена-качество, низкий уровень шума, качественные комплектующие и надежную электронику. Сегодня я вам хочу рассказать о специальной серии Professional, которая по плечу справится с любыми промышленными задачами. Для решения профессиональных задач Балю выпустила специальную полупромышленную серию Professional. Сегодня я хочу как раз рассказать об этих приборах. У меня находится прибор BDH40L с производительностью в режиме осушения 40 литров в сутки. Такой же прибор есть с производительностью 50 литров в сутки. Чем же хороша именно эта модель? Качественный ударопрочный пластик, который не пожелтеет с годами. Удобные ручки из шасси для перемещения прибора из помещения в помещение. Большой и удобный для обслуживания фильтр грубой очистки. Встроенный бак для слива конденсата объемом 7,7 литра. Если вы хотите, чтобы ваш осушитель работал в постоянном режиме, то для этого предусмотрено на задней панели отверстие для слива конденсата. Шланг для слива конденсата уже поставляется в комплекте. Отдельно стоит рассказать о функционале и удобном, интеллектуальном и простом управлении данным прибором. Прибор оборудован двумя LED-дисплеями. Здесь отображается влажность в реальном времени и температура воздуха в помещении. А также здесь вы можете выбирать заданный режим уровня влажности в диапазоне от 30 до 90%. Но помните, что идеальная влажность для человека – это от 40 до 55%. Что здесь есть еще? Автоматическое отключение при полном заполнении бака конденсата, таймер отложенного отключения, два режима скорости осушения, функция дефрост. Кстати, прибор может работать при температуре от плюс 10 градусов и выше. И теперь несколько слов о производительности. Как я уже говорил, данная модель выдает в режиме осушения 40 литров в сутки. При этом расход воздуха превышает 300 кубических метров в час. Номинальная мощность данного прибора не превышает 0,5 кВт в час. Как вы видите, это простой, производительный и экономичный прибор, а это важно. Качественные комплектующие, надежная электроника, расширенный функционал. Полупромышленная серия Professional справится с любой задачей в любом типе помещения. Балю. Комфорт по доступной цене. Следите за нашими новинками. До скорой встречи. Пока!